В Усенском поселке Парма медведя зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. Хозяин тайги убежал в центр населенного пункта поздно вечером со стороны причала. А потом, как говорят очевидцы, скрылся в местных дворах. Примечательно, что происходило все это рядом со школой. Как говорят специалисты, причиной такого бесстрашного визита мог стать голод. Погодные аномалии лета негативно сказались на урожае дикоросов. Дикие животные перед спячкой изо всех сил пытаются нагулять жир, чтобы пережить грядущую стужу. Но в местах обитания людей это, видимо, сделать проще всего.